меня, наверное, там не слышно, я подойду поближе. Я Андрей Сан-Ригре. Мы ведем наш репортаж с живописных мест вдоль Москвы реки. И наши собачки, они, тут никого нет. У нас такой вот дом. И, соответственно, других собак тут нет. Поэтому мы уже 40 лет здесь отдыхаем вместе с собаками, живописью занимаемся, пишем сценарии. И хотел сказать, что собаки, как говорил древний пророк Зардушт, Заратустра, только собака и петух являются единственными надежными друзьями человека и его партнерами, которые предупреждают или видят приближение дейвов, то есть демонов. И собака — это наш самый лучший и надежный друг.